Всем доброе утро, ребята. А у нас сегодня завтрак на природе. У нас вообще каждый день на природе. Ну, типа под деревом, под грушей мы сегодня завтракаем вот здесь. Очень романтично. И Альма вон писет села. Романтика, короче. Такая у нас солнечная. Сегодня видно будет жаркий день, потому что время 7 утра. И очень уже жарко, уже парит. Значит, будет жаркий день. Так, все, приятного аппетита. Ребята, сегодня у меня день как-то не задался. Не мой день. Посмотрите, что мне микроволновка сделала. Пожарила один большой котлета. Короче, всю жизнь эта микроволновка размораживаю. Проверила, стоит все правильно. Я поставила на разморозку фарш для того, чтобы сегодня на вечер сварить супчик с фрикадельками. Давно не ели. Фарш свиной. Вот он горячий, даже вон жирок, видите, выплавился. Короче, я себе уверенно поставила микроволновку на разморозку на 15 минут. Прохожу мимо, думаю, что так пахнет котлетками? Думаю, может, соседка котлетки жарит? Захожу, а это у меня на кухне пахнет котлетками. Я к микроволновке открываю, пакет надутый, все шкварчит, котлета мне пожарилась. Представляете? Сразу же кидаю взгляд на ручки, которые стоят. Они стоят правильно на разморозке. Меня подвела микроволновка. Супа с фрикадельками не будет. И вот теперь думаю, что с это, я что, не выкину? Собакам-то я не отдам, нифига себе, свиной фарш. Вот. Одна котлета, он слипся. Я думаю, что он остынет. Я его порежу как-то или разомну вилочкой или чем-то. Отварю гречки, поджарю лук, кину вот этот размятый туда фарш, отварную гречку, все перемешаю, и будет такая, этот самый... Гречка, короче, с фаршем. Ну, можно макароны, но у меня макароны в последнее время не очень едят, поэтому... А что делать? Ну, а на суп с фрикадельками надо покупать фарш. Я все равно его хочу сварить. Но это, конечно, не знаю, попала я или, наоборот, будет что-то интересное, вкусная гречка. Не знаю. И тут непонятно, микроволновка сломалась, не сломалась. Что случилось, не знаю. Все, поставила я готовиться гречку, короче, пожарила лучок, порезала эту котлету из фарша, этот самый, на мелкие кубики, прожарила с луком и сбабахнула гречку, водички, короче, все там в сковородке тушится, готовится. Положила сушиться новую партию лука, вот он у меня, ту уже перебрала, это новая. Еще третья вот такая же партия осталась, лежит в сарае, вот. Сушится. Вот смотрите, какой крупный есть. Это из чернушки, из семян. Это ж я к тому и говорю, что если реденько его посеять, то можно получить вот такой вот лук. Вот тоже крупнячий, видите? Короче, можно выбрать на еду много лука. Хотела вам на огороде поснимать, но пока не могу, там соседи на огороде. В обед надо идти, когда никого нет. Прошлась по кукурузе. Нарвала кукурузки, короче. Сейчас я ее перечищу. Ну, короче, вот такая она, смотрите, поспела сейчас. Вот это даже уже, наверное, переспела. А может и нет. Нет, нормальная. Такая кукурузка. Симпатичная. Сейчас поставлю вариться. Ну, в этот раз, в прошлый раз 4 было, да? В этот раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там еще можно порвать? Ну, хватит пока. Вот какая у меня гречка получилась, смотрите. Тут фарша и не видно, он порастворялся. Но главное, что будет вкусно. Все, она готова. Гречку я всегда вот так вот перевариваю, ребята. У меня только так едят. Любят, когда оно как каша-малаша. О! А пахнет як? Мясом. Мясом пахнет. Пока кукуруза варится, хочу поставить варить свеклу. Сходила на огород. Сорвала. Посмотрите, какая у меня красивая. А? Красивая свекла. Так, а ну-ка, еще одна влезет. Должна влезть. О, отлично, все. Мне зрители говорят, эти хвостики не обрывать нельзя, типа. Поэтому не обрываю, так с ними закладываю. О, отлично, это у меня кастрюля, она старая, старинная, видите. Она у меня специально для варки свеклы. Вот, так как другие кастрюли там могут окраситься, еще что-то. Это коричневая, на ней ничего не видать. Ну, короче, заливаю водичкой и ставлю на плиту. Пусть варится. Ну, вообще я ее готовлю, сейчас добавлю. Готовлю, просто натираю на терке. Сейчас. Натираю на терке, добавляю чеснок и майонез. У меня кушают, улетает за день буквально такая закуска. Вот так. Вот. Но в этот раз, думаю, у меня есть квашеные огурцы. Они лежат без дела. Рассольник мы не так давно кушали. Что с них готовить? Может, винегретик забабахать? Ну, в любом случае, свеклу надо отварить.
Ну, ребята, ребята, наварила я кукурузы. Смотрите, какая красота. Сейчас я одну попробую съесть. Что попробую, я ее съем. Так. Соль обязательно. Ой, красивая, яркая вообще. Сама вырастила. Вообще, на самом деле, это сахарная кукуруза. Я сейчас ее посолю. Это сахарная кукуруза. А я с детства обожаю... Тут волосики остались. Ничего. С детства обожаю именно кормовую кукурузу. Но, к сожалению, моему великому сожалению, сейчас скажу, что Юля много соли сыпет. Она половина обсыпается. Вот, мимо. К сожалению, я не нашла семена кормовой кукурузы. У меня собраны пол ведра своих семян, помните, да? Но так как я сделала ошибку, у меня кукуруза болела в прошлом году. Какая-то там сажа или что-то, как она называется, почернела внутри. Такая, фу, там черная бяка была. Вот, я со здоровых кочанов собрала урожай, вернее, семена, да, высушила, там собрала все дела, но у них во всех внутри видно черные такие точки, то есть они заражены, я не стала ее сажать. А купить в пачках только везде сахарная, в этом году везде сахарная. Ну, придется есть сахарную, но кормовую люблю больше. Так, ну что, пробуем. Особым способом я варю кукурузу, она получается очень вкусная. Поэтому, кто пропустил рецепт или он еще не вышел на канал, не знаю. Ласа просто обожает кукурузу. Как это вкусно. Простите, я кошечке, да? На. Она обожает. Просто. Ой, не трогай, Альма. Очень вкусно. Теперь варю кукурузу только таким способом. Нежная. Не шмазанья. Мягенькая. У нее особый привкус. Не-не. На. Обалденно. Соседи сегодня все массово тоже убирают лук. Так, что это далеко? Чашка. Ой! Трясетесь. Тоже массово убирают лук. Вы ничего не бачили. На. Ну, любит кошка. Это слишком такая сладкая. А кормовая, она мне более аромат. Да, это нежнее гораздо сахарная. Но кормовая, она мне более аромат именно детства. Вот детство. Потому что я не помню, чтобы она в детстве была сахарная, если честно, кукуруза. Я вообще не знала о ее существовании. А чтобы купить на рынке, прихожу вот купить кукурузу, да? Ну, раньше, когда я свою не выращивала. Сейчас, Ласа, дам, сейчас. На. На рынке. Придешь купить кукурузы. Это у вас какая? Он сахарная, они думают, что я сахарную ищу. Сахар, да, сахарная. Я говорю, да мне не надо сахарная. Дальше. А у вас какая кукуруза? Сахарная? Да, сахарная. Мне не надо. А я кормовую ищу. Не найдешь. Все продают сахарную. Она, типа, наверное, ее больше любят. Плюс она, ну, сладенькая, да, более нежная. Быстрее, наверное, варится. Ребята, никогда не варите долго кукурузу. От этого она становится твердая. Да подожди. Ну подожди. Ты что хочешь? Я бы это кочан бы отдала. Ну и неудобно, наверное, будет. Да подожди. Дать? Сейчас дам.
На. Простите, может, не очень красиво, но а что мне делать? У меня вся в соли. Ой. Я сейчас съем кукурузку и пойду на огород, досыпаю. Прополоть надо там, где лук я убрала. Очень нежная. Чтобы кукуруза вот так не засыхала, ну вообще, у меня бабушка с дедушкой делали как? Оставляли ее в воде. То есть в кастрюле, прям в воде, в которой она варилась. Но она потом какая-то водянистая становится. Я так не делаю. Но если так, тарелки в холодильник, вам нужно, например, до вечера сохранить. Или на завтра вы хотите доесть. Так она подсохнет в холодильнике. Я, знаете, что делаю? Я кладу в пакет и завязываю. Ну, закрутила пакет, так свернула и в холодильник. Вот. На следующий день я ее на тарелочку, в микроволновку, только не на полную мощность, вот, а где-то на среднюю мощность, буквально пару минут. И она становится слегка-слегка тепленькая. И точно такая же, как и только сваренная. Как свежая, ну, поняли, да? Мне косить надо, ребята. У меня аж косилка сломалась, а я так и не купила. Не могу выбрать. То, что я в магазине, то, что мне понравилось, фирма, марка Чияк, штиль. Она мало мощности в ней. Которая у меня была газонокосилка, она была 1500 ватт, 1,5 киловатта. А та штилевская 1,2 киловатт. И я переживаю, что она будет не такая мощная. Но цена там 4800, по-моему. Это самая бюджетная из штилевских этих газонокосилок. Ну, давай еще. На, Ласа, на. Все. Вкусно. Поэтому, если сейчас кушать не будем, я ее в пакет сейчас заверну. Ну, пока она еще тепленькая, можно в холодильник не ставить. А потом еще не доедим. Потому что Лены сейчас нет, я одна. Вот. Ну, вы знаете, Лена у меня не особо по кукурузе. Вот я в прошлый раз я 4 сварила, я вкусно одну съела. Больше не хочу. Все, мне пришлось 3 доесть на следующий день. Не очень оба. Ни горох, ни кукурузу. Малина полно на кустах. Не хочет есть. Ну, короче, такое. Все мы в детстве, наверное, голодни были. Что все абрикосы наши вокруг деревьев, все груши, все. Все собирали, все жрали, короче. А сейчас дети какие-то, не знаю, ни до овощей, ни до фруктов им. Так, все, пошла я на огород. Все, обед. Я только примчалась с огорода. Все, выполнила. Целый огромный топол огорода. Кусмарь такой, там чистота такая. И теперь можно и пообедать. Вот она, гречка с мясом, с фаршем. Очень вкусная. Вчерашние кабачки остались. Зелень, огурчики, помидорчики, огурчики малосольные. Ну, квашеные, короче, пусть будет так. Вот. И обедаем вкусно-вкусно. Альбуша! Здравствуйте, собаки! Приятного аппетита!